Девочки, это другой день уже. Утро. Увидела я у Галины на Дзене плюшки. Вот прям захотелось мне плюшек. Короче, я вот так буду сегодня делать. Попробую. Пол-литра молока я налила. Я его сейчас разогрею. Тепленькое. Так, пока молоко греется. Сахарного песка положу. Положу сегодня я 3 ложки столовых. Чтобы было посладше. Так, соль. Девчонки, соль закончилась. Ну, вот так. Так. Сейчас посмотрим. Нет, еще. Также у меня будет пачка сухих дрожжей. Также у меня будет растительное масло. Также нет. И добавлю я одно яйцо. Вот. И мука. Я уже сварила супчик. Вчера покупала иваси. Доброфлот. Такие черные банки с ключом. Сейчас покажу. Вот. Вот такая. И сварила супчик. Уха или рыбный суп. Уха, наверное, потому что там картошка. Зажарки положила. И вот эту консерву. Все. Сегодня у нас маленечко похолодало. Там 2 дня вообще жара была. Вот. И это... Ну, на дачу все равно, наверное, поедем. Так, что я еще хотела? Ну, что хочу сказать? Хочу сказать огромное спасибо, девочки, что вы такие хорошие комментарии пишете, пожелания. Вообще, вот огромное спасибо. Вот. Я вам тоже всем желаю, конечно же, крепкого здоровья. Это так. А, мне сегодня на прием. Ну, я успею после дачи. Во 2 часу мне на прием. Вот я вчера сделала рентген, сдала. У меня брали мазки в носу, во рту. Сдала кровь. Что хочу сказать. Начала пить антибиотики. Конечно, мне легче стало. Легче я чувствую. И самочувствие полегче. И кашель такого не стало, знаете, как был. Прямо я от него аж... Даже не знаю, как объяснить. Такими порывами, такими прямо я аж вот так вся загибалась, чтобы там ничего не отлетело. Вот. Протерла телефон. Вроде там что-то было. В общем, вот у меня молочко даже, как говорится, перегрелось, но ничего. Я выливаю. Перегрела. Ничего страшного. Сейчас растворится наш сахар, соль. Потом дрожжи. Надо, чтобы тепленькое было. Так, девчонки, 2 яйца вареных натерла на крупной терке. Вот сыр-то я покупала. По половину высыплю сейчас сюда. Меня любят хачапури. Вот, достаточно. И майонез добавлю. Вчера девочки опять купила вишневый джем в магните. Вообще вкуснятина, конечно, если что, себе хотя бы сделаю. Перегрела молоко. Вот. Что-то так быстро нагрелось.
Размешаем. И как раз молочко наше остынет. И плюшечек сделаю. Растоплю сливочного масла. Все, начиночка готова. Сливочного масла растоплю. Пусть еще чуть-чуть. Во, нагрела. Так, ну все. Значит, теперь пачечка дрожжей. И также 10 столовых ложек масла. И мука. Тоже буду такое же не густое делать тесто. Я понимаю, что оно не держит так форму, как хотелось бы. Но я думаю, это не главное. Я думаю, чтобы они были такие ноздристые, пышные. Пусть лучше они будут вкуснее, чем там, вот когда плотно делаешь, они такие спрессованные. Нет, не хочу. Пусть она у меня расплывется, но зато она будет вкусная. Я так считаю. Вот. Ну вот здесь что я? Только, как говорится, жидкости у меня побольше здесь получается яйцо. А так все так же. Ну и вместо воды я добавила, сделала сегодня молоко. Сейчас замешу и покажу, какое тесто у меня будет. Все, девочки. Я там соскребла. Вот, смотрите. Видите, какое оно у меня? А то уроню на пол. Со стола хоть соберу. Все. Хорошенечко размешиваю, чтоб нигде мука не застоялась. Вот так вот. Закрываю. Так. О, на тряпочку чистую не положила. Так. Ну и ждем. Часик. И будем стряпать. Давно не стряпала. Да, девочки, еще что хочу сказать. Я выписала яблоньки опылитель.
Валберисе. Чемпион яблони. Девчонки, вот так. Сюда. И я обычно. Ой. Еще вот так. Вот так. И включаю газ. На самый маленький, чтобы было тепло. Все, пусть стоит. Выписала яблоньку. И что еще хотела вам сказать? Все? Забыла. Так, ладно, вспомню, скажу. Так, девчонки, хачапури готово. И у меня осталось тесто. Так, 3, 6, 8. Здесь у меня корица с сахаром. Короче, 6 сделаю с корицей. 6. А 2 с вишней, с джемом. Все. Покажу. Так, вот плюшки буду делать. Вот здесь у меня растительное масло и сливочное. Я вот смазала эти хачапуринки. Вот так вот. Ну, больше сливочного здесь. Вот так вот. Посыплю и закручу. Все девчонки вы знаете. Я больно и не показываю. Ну, покажу вот так вот. Здесь у меня, значит, с корицы песочек. Вот так. Вот так мы сейчас закрутим. Закрутим. Здесь вот так можно прищипнуть, чтоб ничего никуда не убежало. Так вот прищипнем. Вот так вот. Вот так. И вот так разрежем. И вот так вывернем. Вот такая будет у нас плюшечка. Красавица. Так, на листик. Опа. Вот так вторую. У нас, девчонки, дождь. Не знаю. Так вот прищипнем. Ну, тепло, тепло. Так вот. Вот так вот. Вот такие будут у нас плюшечки. Так, буду продолжать. Ну, вот мои плюшечки, девчонки. Ну, и еще я сделаю две с этим. Я уже съела одну хачапурину. Прекрасно. Самое главное, не забивать мукой. Все, девочки. Поставилось еще две плюшки. Вот. Хачапури, я вам говорила, я уже попробовала. С молочком. Так что, девочки, буду заканчивать свое это видео. Всем пока-пока. Всем крепкого здоровья. Самое главное, не болейте. Всем пока-пока.